Здравствуйте, уважаемые жители Тюменской области. В целом по области по состоянию на 20 августа зарегистрировано 7228 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки 51 случай. Показатель заболеваемости составляет 475,9 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в Российской Федерации и в Уральском федеральном округе. С 20 июля отмечается снижение заболеваемости COVID-19 со 112 случаев до 51 случая на сегодняшний день. Так, за 33-ю неделю в регионе зарегистрировано на 24% меньше случаев заболеваний, чем за 32-ю неделю. 33-я неделя – это с 10 по 16 августа. Также на 33-й неделе показатель заболеваемости ОРВИ в Тюменской области не превышает недельного порога. В основном заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется у детей до 14 лет. На контроле управления на сегодняшний день остаются три очага групповой заболеваемости. В возрастной структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекции в основном заболевания приходятся на взрослое трудоспособное население, как, впрочем, и раньше. Лица старше 65 лет болеют реже, процент составляет не более 15. В Тюменской области увеличилось количество лабораторий, на базе которых можно пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день это количество составляет 18, в том числе частные лаборатории. Это в количестве 5 штук.